вернется с войны, на которой родился и рос, на руинах нищей страны, под дождями и слез. Но не предан земле тиран, знаю, что вернусь, пусть даже через 100 веков, в страну не дураков, а гениев. И повержен, и в бою я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. Знаю, что вернусь, пусть даже через 100 веков, в страну не дураков, а гениев. И повержен, и в бою я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. Группа, которая начинает духовное возрождение. Такой группы больше нет. И то, что мы сегодня вроде бы как-то шуточную провозглашаем государство кабалы, на самом деле это не шутка. И действительно такое государство, я думаю, оно будет образовано, оно будет основано. И в нем появится в одном месте огромное количество людей, именно охваченных одной идеей духовной. И свыше они получат к этому все условия для того, чтобы это совершить. Я завтра снова в бой сорвусь, но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через 100 веков в страну не дураков, а гениев. И повержен, и в бою я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. Я очень люблю вас, приветствую вас, дорогой вами, и надеюсь, что все мы, как один человек, как одно сердце, с этого времени и далее будем действительно считать себя одним народом, духовным народом, народом Творца в своем государстве, государстве Кабалы.